Кызыле будут проведены проверки внутридомового газового оборудования. Сегодня первый заместитель мэра Кызыла по жизнеобеспечению Алексей Сиарпас провел совещание, в котором приняли участие представители управляющих компаний. Он сообщил, что в связи с трагическими событиями по всей России проходят проверки многоквартирных домов с газовым оборудованием. Такая же работа будет проведена и в столице региона. Сегодня в Кызыле более 18 тысяч газифицированных квартир. Это 39 многоквартирных домов с централизованным газоснабжением, 27 многоэтажных и 1168 одно- и двухэтажные с индивидуальными газобаллонными установками. В около 14 тысяч домах частного сектора имеются газовые баллоны.